Сердце популярного артиста вновь не свободно. Накануне соблазнительная красотка появилась на пресс-показе спектакля с участием Башарова. В 2019 году актер театра и кино Марат Башаров оформил развод со своей третьей супругой Елизаветой Шеверковой. Как выяснилось, телеведущий жестоко избивал женщину, даже когда она была беременной. Таким же образом, кстати, артист поступал и со своей предыдущей женой Екатериной Архаровой. На распускающие руки Марата Башаровича подали в суд, но всякий раз он выходил сухим из воды. Несмотря на скандальную славу и подмоченную репутацию, 48-летний Башаров недолго находился в одиночестве. На днях на спектакле с участием артиста, как удалось выяснить журналистам программы «Ты не поверишь» на канале НТВ, появилась его новая любовница. 35-летняя Ася Борисова является уроженкой Читы. Приехавшей покорять столицу, девушка мечтает о славе, но пока что снимается исключительно в массовке. Можно не сомневаться, что заступничество Башарова способно вывести ее карьеру действительно на новый уровень. Ася Борисова появлялась в прессе на показе спектакля, а вот на официальную премьеру артист неожиданно позвал Елизавету Шеверкову с 6-летним сыном Марселем.